Привет всем. Артисты. Я за кулисами. Так вот мы играли. Всегда быстро. Крутится камера прям. Ольга, скажите, пожалуйста, за кого будете пить? Итак, это был финальный номер первого отделения. Привет всем. Я глажу. Я не гладил, не знаю, сколько уже. Мне кажется, в последний раз я гладил 10 классную рубашку. Поехали в театр. Господи, боже мой, на премьеру. Говорю самому страшно. Так, взял. Не понял, что есть интернет. Интернета нет. Очень прекрасно, у меня сейчас вырубился интернет. Ты летняя прохлада, ты оттепель зимой. Мне ничего не надо, была бы ты со мной. Ты самая вершина, ты самая пропасть. Сегодня премьера в театре Бабкина. И это мой первый блог. А, влог. Какой блог? Влог у меня уже не первый. Влог. Ты веская причина, чтоб от любви пропасть. Ну вот мы на спектакль до вечера, вот где машина оставляет? Нам сказать, что мы артисты, и как нам можно поставить? Как у нас? Вот так у нас все. Лысков. Кстати, мы там вначале хорошо стрелялись и спокойно. Так, мы пришли в театр, а гримерок нет. Расскажи, как нам распределиться? Здесь... Ага, это хорошо. Такое. Моя гримерка. Спасать меня не стоит, я сделал выбор свой. Мгновение с тобою, чем вечность не с тобой. Ты самая вершина, ты самая пропасть. Ты веская причина, чтоб от любви пропасть. Отсюда вставляется мониторинг. Давай. У нас сейчас идет прогон, репетиция. Голые! Ты самая вершина, ты самая пропасть. Так, смотри, покажи свою гримерку. Гримерка, что у меня в гримерке? Гримерка, у меня есть душ. В гримерке у меня есть туалет. Первое отделение закончилось. Это мой микрофон. Чтобы мне пелось, вам слышалось. Так вот, мы играем в спектакли. Посмотрим на это все через зал. Вот эта часть. Как тут все устроено. Вообще мечта. Всегда мечтал в детстве бегать по скулис. Вырос. Ой. И теперь... Это зрительская часть. Я только что бежал через кулисы, сейчас я сел уже с Машкой в зале. Вот так это все. Я побежал на сцену. Тихо, сцена. Главное не забудь микрофон надеть. А кто это поет? Бабкина Надежда Георгиевна. Трансляция. А это тихо сцена. Вот двойные двери, чтобы ничего не было слышно. И на сцене нужно тихо. Так, что это? Рассказываю. Это место, чтобы положить реквизит свой. Это место, чтобы переодеться. Называется быстрое переодевание за кулисами. Все. Может, что хочешь посмотреть, да? Да, честно,
начнется 30-й номер «Флоу». Готовимся к 31-му. Сон, повторяю, сейчас начнется. Вот это все убирается, выравнивается. Прям сам зал поднимается или сцена опускается? Опускается. У вас тут как космический пульт. Ого, можно вот так крутить зал. Крутится камера прям. Вот. Господа, будьте внимательны. На сцене 30-й номер «Клоун». Готовимся к 31-му. Сон. Друзья, сейчас будет конец спектакля, поэтому подготовьтесь все, идите сюда быстро. Быстро! Ну что, ты мне скажешь? Все, я готова. Финал. Ты готова? А я тебя снял за кулисы. Так, у нас два номера осталось до конца, поэтому мне нужно надеть микрофон. Ты иди ко мне, навстречу там на луне, я встречу, будем мы луну с тобою зажигать под вечер. Ты иди ко мне, мечтами там на луне, мы сами поливать сады сумеем летними дождями. Ты меня не знаешь, ты меня не знаешь, никогда не виделись мы, но ты меня узнаешь, ты меня узнаешь по моей любви. Ты меня не знаешь, мы прохожие корабли, но ты меня узнаешь по моей любви. Ольга, скажите, пожалуйста, за кого будете голосовать? Я буду голосовать за тебя. Только за тебя. Ты иди ко мне, к тебе я там на луне. Согреем мы с тобой друг друга, слышишь? Ну иди скорее. Ты меня не знаешь, никогда не видишь. Так проходят наши будни. Если вам нравится такая жизнь, ставь лайк. Если хочешь так же, ставь лайк. Подписывайся, будут новые влоги. Мы прохожие корабли, но ты меня узнаешь по моей любви. Дамы и господа, заканчиваем спектакль. Давайте быстро-быстро все на сцену. Go-go-go-go-go.